Ух ты. Всем привет, с вами Silver Sword. Вечерний стрим. Марио. Нас ждет. Ну, перенес я все-таки. Поменял местами Destiny и Марио. Вот. Сейчас будет раньше. Марио. Потому что, мне кажется, это более интересно народу, хотя, не знаю, что там интересно, что нет. И начинается точный мир, последний мир в игре. Доживу ли я до дороги чемпионов? Да нереально, сложный уровень такой. Меня этот уровень пугает. Блин! Давайте я лучше заново. Роза заново. Бон Бонист, спасибо тебе за подписку. Ах. У меня этот уровень. Марио, это стабильность. Лол. Розалина. Ау! Кыш! Кыш! Уф! Ты всегда не печальный, да? О, котик! Мяу! Котиком быть круто! Кстати, котейки. Ну офигеть, это вообще реально? И макаром, ну ладно. Жесть какая-то. Да, жестоко. Вот, ой, народец, забыл я про вот этот вот священный логотип. Не так быть лучше. Шарик. О. Ну. Что за печаль, а? И один Марио. А как ты надо? А как тебе Марио надо? Блин, оно звезду не взял. Надо ЛБП. ЛБП будет на как минимум на дне рождения. Стрим день рождения.
Бывает так, что ты стримишь две игры в день. Ну, вообще так было каждый день. Ну вот, я имею в виду. Вчера, например. Пыщ-пыщ Destiny и потом Марио. Вот. Так что, че тут? Бывает. Она помню, он 22 или 24. Destiny. Ой, 23, скорее всего. Потому что у меня там время как раз появляется. Ну, более-менее такое. Может быть, попозже. Я не знаю примерно во сколько. Ну, примерно я сказал 23. Destiny будет. А я очень хочу просто... А, 22 день рождения. 22, 22. Ау, Розалина! Ау! Да ё-моё, ну что за фигня? День рождения мне 22-го. О, котик, Розалина. Котик Розалина. Офигеть. Ау. Опять. Блин. Ау, ну что? Жестоко. Опять. Ё-моё. Все печально, наверное. Я опять одну звезду пропустил. Еще и ценой 2 КТ. Ну что за... Жизнь тлена. Ну и ну... Что-то вообще... Печально. Ну вот так вот. Ой, все звезды собрать, все печати, народ. Это такая долгосрочная перспектива. Если я это сделаю, я буду героем. Ну, на крайней мере, это будет очень круто. Но пока только мечтаю. Где зрители? Алло? Алло, зрители тут. Чинишь? 3 человека смотрят. Спасибо, спасибо зрителям. Они просто не любят ничего говорить. Они такие молчаливые гады. Молчаливые гады. Да, ну и сказал. Опа. Ой. Молчаливые, молчаливые баблы. Кто молчит, тот баблы. Точно. Нет, ну ладно. Денежки-то какие, а?
Розалина! 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 Ой-ой! Чё-то так это, плохо. Чё печально. Минус один. Всё, обозвал, ладно. Упс. Ну ладно, люди так уж. Я надеюсь, поняли шутку. Так, ладно. Не, ну правда, народ, подписывайтесь, смотрите и общайтесь. Вам же интереснее будет. Я отвечу на все ваши вопросики. По игре. Чему угодно. Ой, господи, опять не ту кнопку нажал. Нет, я там такую крутую секретку откопал. Подписывайтесь от селера, выходите, у меня его стрим не грузит. Так, чат. Короче, хотя с интернетом беда. Я сейчас с тобой поделаю. Все стримы норм. Я не знаю, почему у тебя ничего не грузит. Битрейт у меня вообще маленький стоит. 1500. Я не знаю, что даже делать. Он же слишком маленький битрейт. Нюк жалуется на то, что... он видит квадратику слишком много на моих стримах. Поэтому... я думаю, увеличивать битрейт. В следующем году он еще больше будет лагать. У многих людей. До 2000 я увеличу. Потому что... качество дороже. Дороже. Дороже чего? Не, ну я очень хочу перейти на качество. Понимаете? Тогда я не знаю, в чем у тебя беда, если все работает у многих. Это и есть качество. Из-за этого интернет. Ты бишь, у тебя не грусть просто стрим с таким битрейтом. Но, блин, битрейт вообще низкий, понимаешь, Корж? Коржик, битрейт нереально низкий. Я ничего не могу сделать для тебя. Только так. Поэтому я повышаю битрейт. Он все равно у тех, у кого глючит, он и будет глючить. Я не знаю, почему он глючит. Я не могу тут помочь. Я очень надеюсь, что... опять. Блин, я опять забываю кнопку. Попкап пришел! Ура! Привет, Попкап, наконец-то. Я соскучился так по тебе. Ты че никак не пришел-то, а? Я скучал, скучал. По твоим прекрасным историям. Блин. Я такой печали. Ты ору. Хотел тебя видеть. Эй, ты. Монстр. Монстр! А? Врешь ты все. Что я вру-то? Тебя не было все время. Че я еще сделаю? А, я только сейчас видел, что Коржик уже ушел. Печаль, беда. Ау. Банить Сильверсварда, он вред. Лоу. Даже подписанный народ приходит только на уведомления View Pro. Что это за ерунда? Народ, приходите почаще. Я просто это, шарахаюсь уже. Шокирую. Шокирован.
Да ё-моё, ну. Без Розалины тут тяжело, а с Розалиной тоже. Нелегко. Обман, чтобы набрать фулл. Марио Бронсов. Что ты несешь? Чё, графон какой слабый? Кошак, привет. Может, ты делал в битрейте? Я не знаю, но... В игре графика хорошая. Знаешь, вот очень нравится графика. Ну вот... Хоть и 720, говорят, что даже 720, я вообще не верю в это. Я считаю, что тут 1080. Нереально красиво все. Вот рад новые лица видеть. Так что... Новеньким приветик. Подписываемся на канал и радуемся жизни. Радуем меня, радуем вас. В ответ прикольными играми. Ой, ой, так вот. Они такие простые. Я не знаю почему. Ой, нет, моя попыточка, она первая улизнула. Ох. Это слишком много фейковых людей, чтобы нам приходить. Воу. Это не моя проблема. Я не знаю, кто накрутил мне тысяч целых 100 человек. Но так или иначе... Привет, СП. Ау. Оу. Гейм мир лучше, гейм гир лучше геймбоя. Ну вот уж не знаю. По мне гейм гир это какая-то хренотень. Эй, а где звезды? Ну и ну. Вот это жесть. Это флажочек. Что-то я не нашел ни одной звезды, блин. Печалька-то какая. Подкапа, ты где? Ну вот, я его испугал. Тупой уровень. Все звезды можешь получить только зажигая все факелы. Вот в чем дело. Ё-моё, надо зажигать все факелы, а я такой дурак. Гингир заранее сюда. Ебать эти палки. Лу, лу. Точнее купить Game Boy Color. Да, шуточки я не понимаю, я такой дурак. Так. У меня модерка... О, СП модерка убежала. СП, у тебя модерка убежала? Подожди, может сейчас... А, нет, Найтбот работает, значит, наверное, ничего не убежало. Не знаю. В чем дело? Пешка в крепости братьев огней. Ой, еще какая пешка. Ненавижу такие уровни. Потому что полноценные, блин, уровни. Надо за 30 секунд как-то умудриться пройти. Это кошмар. Ну это нереально. Ау! Господи, ой, эй, блин, йоу. Время, время, время. О, успел. Кошмар, кошмар.
У меня есть люки просто. Надо писать русский, но я смотрю тебя. Не волнуйся, мне надо экзамен сдавать, а я стримлю. Так, ладно. И всех свои веды. Так что... Не парься. Да, на время это, конечно, сложно. С ума сойти. Кто-то уже с ума зашел. Бывает. Ух, звезды здесь найти сложно, народ. Напоминаю, что тем, кто не купил подарки стримеру, у него 22 день варенья. Значит, нас ждет множество красивых, интересных игр, заказываем игры, готовим подарки. Подарки от печеньки Розалини. Да. Как обычно. То есть ничего не меняется. Печеньки Розалини и все. Охота на кролика Савани. Клянчит подарки. Стыдно! Но я не клянчик, как бы. О, кролики. Ой, блин. Майк. О, вот это суперская вещь. Ты чё бегаешь? Где кролик? Кролик! Ты падла, да? Ты чё, кролик, ты куда бежишь-то, эй? Куда? Сволочь! Та-дам! Да здесь до твой. Так-то. Ой, еще один кролик. Сюда подошел. На нем запили тебе шашлычок из него. Из кроликов? Воу, какие же невкусные. Пинки невкусные-то. Кроличий шашлык, хотя нет, смотри, нормально, я что-то зря говорю. Кролик же это вкусно. Это я совсем. Не ел недавно кролика. Что-то не особо, знаете, костей дофига, а так... Костей очень много. Кролик-то вкусный, но костей много, я же говорю. Жадер? Еще какой жадер? Вообще кошмар. Я не дам труп кошки пинал. Подожди, ты кошка, подавали. Что ты там забыла? Блин, ну почему Тодды? Ненавижу Тодда. Придется перепроходить уровень за Тодда. Я обожаю Розалину. Розалина наш все. Вот так-то. Давайте попробуем за Тодда пройти сейчас. Ой. Расскажите еще что-нибудь веселое. Вот попка по истории мало. Блин, Денис тут не хватает. Вот. Без Дениса это не стрим.
Он бы сейчас начал. О, папка, привет. Начал. Он твой фанат. Понимаешь? Будвиг кошка играет. Вот я. Шуман какой. Денис Копейска. Ах. Я играю за гриб. Куда ты еще гриб? Какой быстрый, мама. Давай к Бу. Как тебе уровни с Розалиной? Ну, это святое. На святое нельзя ругаться. Блин, как мне взять вон ту звезду, народ? Вот сейчас я к ней пойду. Кидыш. Вот это. А, легко уже. Это ж труба. Во. Мне не очень нравится Бу, вот честно. Это бегает, а это Мифи называется. Ой. 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 С никами. Да. Это Мифи, Мифи. Это типа на рекорды идут. Нельзя было нормальный мультиплеер запилить, так они запилили какую-то хренатень. С Мифиями, ну вот. Хочешь ли за нахачу? Фу. Ой, а куда это? Они легче забраться по трубе и взять ее. Логики разработчиков вообще отсутствует. Ну ладно. Там себе внизу. А, нет, я стал грибом. А-а-а. Куда кто еще гриб? Да, смотрите на него. Ух ты, как классно пролетел. Мне подарили недавно красного сына. Советский супермен. Очень все красный, да. Боже мой, два тролля общаются и так забавляют. Ну ладно. Так, пойдем уже сменим на Розалинушку. Я не могу этим пудастым грибом играть. Ох. Ready. Так. О, я пушка. Розалина с головой пушки. Самая крутая Розалина. Ой. Марио Galaxy на видео лучше выглядит? Понятия не имею, к сожалению. Как-нибудь сыграем. Обязательно сыграю. Вот, ну первым делом у меня Метроид лежит. Вот специально. Как мне прислать не знаю. Гриб, гриб. Нафиг он нужен. Лучше. Все лучше.
Да без него борщ. А мы люди. Так. Твой рок ты засадный. Ой, пардон. Все жрал гриб, потом дрезетает. Мне нужна пушка, нет. Без пушки я не смогу уничтожить стенку. Жизнь тлен, народ. Антидерстанин. В мире грибул. Бог давай, что вы несете? Вот насчет Марио Галакси, кстати. Будем опробовать Галакси-то. Блин, пушка тоже умеет. Эй, идиот. Да, вот эй, идиот. Ау. Ладно. Пропустил две звезды по просто дебильнейшей ошибке. Попка заснул. Лошара. На, я еще и такое профукал. Ну, он что, профукал, народ? Ну, всякое бывает. Кстати, китайцы удивляют на 8 марта Кросс Трисселен. Лол. Очень смешно. Не. Понеслась. Так, а где я пропустил тебя? А, во, я Бу пропустил. Поехали на Бу. На Бу. Ой, черно-белый. Сепия. Мне сколько лет? Мне сколько лет? Или ему сколько? Марио просто, мне тоже интересно, сколько тебе лет. Принцесса в синем платье. Попахивает кокаином. А, фаербол из головы пушки, да, уже ты нечто. Попыток многовато. О, настоящий. Ау. Ух.
Пардон. Я не туда зашел. Печально. О, еще печально то, что я проиграл. Уже за Розалину играешь? Принцесса в синем платье. Ты че? Которая. А, привет, Зерк. Убили Розалину. Жизнь тлен. Хочу быть кошкой. Говорите из Розалины суп, не смей. Зидам из Розалины суп сварит. Фу, ты пожираешь людей. Тебе не стыдно? Не стыдно тебе есть из Розалины суп? Зови Луиджи, он дерет задницу, бум. Каким путем-то? Это только в Luigi Mansion он может. Наверное. Ой, ой. Ау, Розалина превратилась в Розалину. Видел точно такой же парень. Да ё-моё! А я точно туда иду, народ. Дальше откуда? Тут я уже... Да, ну и уровень. Уровень загадка. И тащи диван. Ну издевайтесь. Я не похож на... Не похож на... На... Марионетку. Куда реально мне идти? Что за фигня? Что за уровень с Бу? Я ненавижу уровень с Бу. Потому что я не знаю, куда идти. Это единственный уровень, где я не знаю, куда идти. Слишком он печальный. Блин, там нет ничего. Я ни при чем. О, я красная Розалина. Ты не похож на грибоеда. Что там делать еще? Ей-богу. Блин, а куда ж первая эта звезда делась? Эти глюки, там нет платформы, ты че, там четыре, там небо. У меня глюки, блин, ну как без глюков? Ау. Зеленый длиннобу-бу-бу. Бутылочный баклажан. Лоу. Тащит куда, блин, и что-то вообще уже. Это какой-то секрет. Первый здесь на самом старте. Ну окей. Пофиг на нее.
Потом уже соберу, естественно. Им надо найти нормальный ящик. Блин. Ведь я уже здесь был. Ладно, внутри первого бу. Как мне буту истребить? О, куда я делся? Какое-то интересное место. Хорошо, а потом мог подумать, что я буду проходить только в экран носом. Так вот. И этот прошли уровень, но только в отвес. Адекват, ну конечно ты звезд. Но как беременна косами. Она же не беременная, не надо тут. Она со звезд, от звезд рожает, вы че? Им уже это звезды. Ой, так не это. Она магии звезд рожает. Это как это, знаешь? Это кто-нибудь играл в Conception? Ну там то же самое. О, нет, тут нужен Марио. Водопроводчик нужен, таймайт. Нет, мир, трогай Розалину. Нереально. Жестоко. Жестокий уровень. Уровень жестокий. А ты еще до 5 чемпионов не дошел. Пристал своим путем. Пыщ-пыщ. Или блохастая белка. Да, берешь лист, ты в тануки превращаешься. Да ладно. Я превращаюсь в лохастую белку. Ну я еще не настолько упоролся. Проходить целую неделю один уровень. Или это не один уровень? Вообще путь чемпионов это что? Это один уровень или это набор уровней? Потому что это интересно. Ух, полетел так полетел. Да ё-моё!
Это один уровень? Ничего себе. Жестокий, мне кажется, это уровень. Что там проходить целый уровень, я не знаю. Ну, я же не играл, да? Ой, целая неделя. Там игра откровенно читерная. Офигеть, там очень сложный уровень. А в чем сложность заключается? Мне пруд-пруди до этого чемпиона. Сейчас эту фигню не могу расправить, что тут говорить. Ты чё? Как забить на звезду? Ты чё? Ты чё? Это мне еще раз придется в этой жизни проходить. Там уже звезда-то непростая и все равно дальше как-то пройти, не понимаю как. Твою мать. Нападающие блоки, множество денег. Цель стреляет, впереди свистит. Ясно. Я рад за тебя, Марио, вбросов. Ты вернулся? Блин. Главное сейчас не тупить. А вот теперь я затупил. На 100 рублей я бы купил 1 евро. Ой, давай еще перейдем к падению рубля, да. Хорошая тема. Для стрима самое оно. Для нашего доброго, прекрасного стрима в Ебро. Народ, подписываемся, не стесняемся. Потому что... Ну, View Pro мало пишет анонсов, я об этом уже говорил. Хотите больше стрима? Хотите, чтобы вы не пропустили ни одного моего великого прохождения за Розалину? Брандри Фру. Ух. А да, скоро же день рождения, я счастливый человек. Скоро день рождения, скоро много новых игр, наверное. Между прочим, мой графический планшет, который я хотел купить, подорожал на 1500. Я понимаю, это кошмар. Что сейчас творится вообще с ценовой политикой Wii U более-менее пока. Но вот не знаю, что будет. После 12 января обещают цены повысить. Мне уже страшно. Как я игры буду покупать? И так же я буду что-то давать столько. А тут еще больше, ну. Кошмар. Ну вообще... Ты что ж ты делать будешь? Что будет, если кончится 40 жизней? Мне кажется, будет продолжить и...
И мир начнется заново. Вот все будет. Все будет, блин. Что будет? Я не знаю, я не сталкивался с этим. Слава богу. Марин дерет ты маленькую шапку. О, бог ты мой. С чего ты решил, что она маленькая? Елы-палы. Дайте сохранение-то, блин, тут такая звезда. Ну, опять этот Луиджи надоел, который. О, кстати, я классическую эту фигню играл, которая была на диске. О, господи. Звезда! Уи! Розалина! Ой. Благодаря лотереям я набрал жизни, конечно, но... Сука! Так, ладно, придется умирать. Так эмоционально сказал. Еще стану. Пардон. Прости, папкапа, не сдержался. Это такой момент, когда ты умираешь. Не, я лучше подстрахуюсь. Хотя как-то страховаться-то. Все равно же умру, лол. Да, что-то я цепанул тут. Грибок! Я стала Розалина. Так, поехали. Ой. Блин, ну и Там, буду мычать. Тебе это больше нравится? Ну это кошмар. Это проходимо, нет? У меня такое чувство, что это не проходимо. А, во, у меня штанулки есть. Это же штанулки. Господи, господи! Ох, аж микрофон забарахтарил.
Столько-то как? Я не знаю, что там на пути чемпионов, но это тоже жестоко. Мало того, что это не все. Еще не идеал прошел. Ой, как же мне повезло. Ой, оздравьте меня. Это было круто. Самый настоящий ад, хардкор, ужасный уровень. Ура, прошел. Потратил только 7 жизней. Я меньше. Ужасный уровень. Не хотня по сравнению с путем. Блин, ну путь это путь. Да, который в глаза не видел. Хочется посмотреть даже. Наверное, на YouTube посмотрю, что там за хрень. Вырви глаз. Уже страшно. Просто на сотне я еще, наверное, очень скоро пройду. Ну где-то... Я не буду много времени уделять Mario 3D World, но, народ, стримы будут. Стримы будут, и буду объявлять об этом. То есть, когда будут... Вот. Сейчас я хочу пройти все-таки мир-то последний. Нормально так. Аж потом... Так, сейчас я приду. Дайте минуту. Ой, нету. Так, ну чё, продолжим. Гумба башни на солнечном берегу. Дочка. О, кто? Ух ты, ё-моё. Конечно, крутые уровни, наверное. Не. Ну что дальше-то? В чем прикол этого уровня? Какой-то странный уровень. На всех гумб что ли истребить? Вы издеваетесь? Такой-то короткий промежуток времени. Истребить всех гумб? Да, что-то немыслимое. Да. Все-таки я прав. Не так-то просто. Ну, тут звезды больше собирать. Уровень фигня. Если то, чтобы вычислить кого-нибудь, отобрать резиску. Зачем?
Там большая беда таких уровней, то, что пока ты ищешь звезды, время кончится. Воздушный улей. Что там звезд? Ой, ой, ой. Ну, поехали сюда. Уровни кончаются. Здесь не так много. Ой, только не этот уровень. Он тупой вообще. Мне нравится этот уровень вообще никак. Будто этот скроллер виден сверху. Плохо. Ау! Нет, я превратился в обычную Розалину. Не. Ну тут технический изъян. Всякое бывает. Капа, так почему же тебя все время не было? Опять технический изъян. Это все. Сейчас услышим. Нас две. Нас два Розалины. Умная, образованная женщина. Так, сейчас. Ау. Что ты сделал? Урод! У нас было двое. Ой. Не. Тороплюсь я, вечно. Все заново. Кошмар. Кошмар. Ау! Ну это вообще капец какой-то. Окей, возьму по вашему звезду это. Вот он. Забрал. Чатик, почему ты такой пустой? Скажи мне, чатик, что же там? Йоу! Ау! Эй, ты, урод!
Ой, да, народ, сегодня вечером пыщ-пыщ Destiny. Может быть, может нет, не знаю. Вот там остался последний этот Марс остался пройти. Не сохранил обе. Печально. Издевайтесь. С этой же проблемой нужен котик. Мяу. Здесь нереально собрать влаг полный высокий. Я не знаю, как тут так быстро можно сделать это. Вот. Эх. Тянька. Лодкой по колючим мостам. Поехали! Я киска. Сигнальные колючки. Ну офигеть. Ух, еще хлеще. Да, жестоко. Е-мое, задел. Ну тут нереально, чтобы не задело. Я не знаю, кем надо быть. Чтобы это пройти нормально. О, а тут надо быть котом. Хотя... Нет, тут надо быть этой. Женщина рогаткой. Давайте мы исправим положение. Женщина рогаткой. Так, сейчас. Она еще такая мокрая, она выглядит как пластмасса.
Блин, когда же это пройдет? Я папу так жалко. Может, у меня часик полетел? Народ, не знаете? Или вы молчите так? Хорошо. Да этот капец какой-то, ну. Как тут нормально пройти-то? Ну. Без потерь-то. Ладно дальше потерять, а тут-то, тут вообще нереально. Блин, тут киска, мне не нужна киска. Ладно, сейчас. Нет! Ну вы издеваешься, киска! Сука! А. Киска. Так, ладно, придется еще раз. Печаль ты какая. Ладно. Ой, пардон. Я сейчас потеряю кучу попыток. Ради одной звезды, мать ее. Обидно очень. Ну ты тварь, ну ты тварь. Придется умирать опять. Я не знаю, что тут делать. Сколько же я потерял тоже? Десяток я сейчас потеряю уже. Это просто ужас. Умри. Фу, блин. Так, дальше главное мне умереть. Да, дальше бы очень хотелось не умирать. О. Сколько же я ору, надо. Ну это просто нереально. Заманался мне раньше. И даже здесь научился проходить. Офигеть же. Капец. Прошел. Ой, народ, я вас не развлекаю, вы уходите. Я не знаю, как вас развлечь сейчас. Я могу что-нибудь рассказать веселенькое. Чатик не веселит. Я могу что-нибудь веселенькое рассказать. Ой, ну и вас спросить что-нибудь. Кто там уже, может, закупился играми? Вперед. Расскажите.
Как игр накупили? Еще хотите купить? Может, до Нового года? Этот уровень очень хороший. Особенно с этой попыточкой. Эти боссы простые, но не такое дело хорошее. Ау! Одна попытка. Как же тут? Телепост простой. Простецкий, простецкий. Еще звезды где-то напрятали. Понять не имею где. Уф. Шума. Давайте сразимся со вторым васом. О. Бабиной. Ужасно простая бабина. Блин. Ошибся, так ошибся. А где тут звезды скрыты? Не знаете? Это я. Я не понимаю, где могут быть скрыты звезды. Ох. Самое сложное в этом уровне это пройти без смерти все. Вот и сложно. А так? Ух, два короля. Это дебильнейшая музыка опять. О, только не это. Ненавижу. О, спасибо. Ау, пардон. Так, ну вот я уже решился. Я тебя убью! А, да ну блин! Да что вы, какие кусачи? Не, надо с них начинать, пожалуй. А дальше же фигня. Офигеть! Начну-ка я с них, пожалуй. Они самые сложные. Народ, может, у меня реально чат не работает? Я думаю, все. Народ, напишите что-нибудь для проверки. А то я уже. А мне уже страшно. Это где мои миленькие?
Миньки мои. Кошмар. Как жить-то тебе? Пыщ! Мы это сделали. Сейчас один рулит. Вот здесь, да. Этот босс не особо сложный, но неприятный. Не хочу рисковать. Какая-то вроде. А, ну фигня. Главное тут просто не тупить. Вот и все. Лол. Правда же легко, ну? А где третья звезда? Идеть. Ну что где-то там? О, самый гениальный босс на свете. Вот уж проще вас не видел. Особенно с кошкой. Это тоже простой босс такой. Но если я сейчас упаду, но я просто распсихуюсь, да? Я ведь могу. Блин, а времени-то мало.
Времени-то немного уже осталось. Время-то ограничено. Как ты про время забываешь? От меня когда? Собирать монетки. Тут еще босс. Вы издеваетесь, народ. Я и забыл про него как-то. Бонус не хуже. Я считаю. Ну, да. Ой, а времени-то нету, ё-моё, у меня времени нету. Да. Провалил. Капец, народ. Нет, спасибо, я этот хардкор проходить не хочу. Ой. Какой-то ад. Ад какой-то, адище просто. Давайте, что ли, я не знаю, что сейчас сделать. Давайте третий мир добью. Попробуем. А то как там все. Не, пока не готов к боссам, лучше я потом поиграю еще. Пройду, попробую. Слишком уж сложновато. Пока мы пойдем сюда. А, здесь же нереально про эти звезды. Я не знаю, как их забрать. Слабак. Да я устал. С первого раза это не пройти. Что игра слишком легкая, но она легкая. Но она все равно легкая. Как ни крути, она легкая. Кроме пути чемпионов и боссов. Остальное все ерунда. Он прошел этот уровень? Так его еще надо открыть, умудрить, надо собрать все. Себя, ты понимаешь об этом? И вы надо пройти и открыть, собрав все, все, что вообще тут есть. А это так много. Да, всего лишь.